Субботник в рамках всероссийской эко-акции «Чистый берег» прошел в Кизилюрте в течение нескольких часов. Вооружившись необходимым инвентарем, участники акции очистили от бытовых и строительных отходов берега реки Сулак и каналы имени Октябрьской революции в пределах городской черты и поселка Бахтугай. Спецтехника жилищно-коммунальных служб города все это организованно вывезла с территории на мусорный полигон. Напомню, цель экологической акции не только очистка берега реки Сулак от мусора, но и привлечение внимания общественности к вопросам экологии и бережного отношения к природе. Коллектив горожане Курса с пониманием данным акциям принимает активное участие. Эти акции в дальнейшем будут продолжать практиковать. Вот у нас сегодня первая акция. Такая же акция у нас будет проведена через неделю, две-три, вдоль берега реки Сулак. Это, надеюсь, на понимание людей, что нас поддержат, поймут. И, конечно, они будут уже мусорят и максимально постараются содержать город в чистоте.